Это Патрисия. Это моя мама. Это мама. Мы активно готовимся к Пасхе. Вот у нас тут яйца. К сожалению, не настоящие пока что, но ведь еще не Пасха. Итак, у нас будет слайм-челлендж. И посмотрим, у кого получится лучше слайм из этих прекрасных яичек. А там все для слайма? Там все для слайма. Челлендж «Не выбери пасхальное яйцо». Или наоборот, «Выбери пасхальное яйцо». Да, так правильнее. «Выбери пасхальное яйцо». Итак, ты готова начать наш челлендж? Да. Это мне ложечка. У нас новые ложечки. С обновочкой. Да. И перед тем, как мы начнем, подпишитесь на наш канал, поддержите нас лайками. Нажмите на колокольчик и подпишитесь на канал моих родителей. Родители Рулят. И еще на какой канал? И IL Family Vlog, если вам интересно за нами наблюдать. А мы начинаем наш классный челлендж. Начнем мы его так, Патрисия. Мы сделаем камень, ножницы, бумага. Давай сделаем. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Что это у тебя было? У тебя какая-то куриная лапка. Что это такое? Вот так. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Да ты за мной повторяешь. Повторуха муха. Раз, два, три. Ты победила? Ах, уж эта девушка. Так, я выбираю яйцо. Так, подожди, я тебе хочу сказать еще, знаешь, что перед тем, как мы начнем, мы с тобой положим одинаковую основу. Для основы у нас будет прозрачный клей. А что, там нету клеев? Там есть, но там их мало, а хотелось бы сделать классный слайм. Такой, да. Профессиональный, как мы умеем. Тебе помочь? Нет. Что, мама? Я сильная. А, понятно. Я сама мама. Сама мама? Да, ты моя дочка. А, это что-то новенькое. Мы что, поменялись телами как будто бы? Да. Это другой уже челлендж. Это не в этом челлендже. Ты перепутала. Челлендж. Так, ты заметила, что мы сегодня с тобой вдвоем с распущенными волосами? Да. И у нас у твоих кудряшки. И у нас у твоих кудряшки. Ребята нам, наверное, напишут, сделайте косички. А теперь нету комментариев. Как классно, значит, они не напишут, они просто подумают. Итак, основа у нас есть. Вот одинаковая основа. Теперь я выбираю яичко. Теперь ты первая выбираешь яичко. Сиреневенькое. А я возьму вот это оранжевое. Оно постоянно хочет упасть, и мне интересно, что же. И тебе попался глиттер клей. Ой, а мне глиттер цветочки. Да, они блестящие. У тебя глиттер клей, у меня глиттер цветочки. Блестящие такие. Ну, классные, я люблю цветочки. Как раз сейчас весна, цветочки, ля-ля-ля, тополя. О, как красиво получилось. Вау, действительно, у тебя такие весенние цветочки. Так, и теперь выбираю я. Я, наверное, выберу вот этот синий. Вот это синее яичко. И я тоже. И ты синее решила выбрать? Да, опа! Что у тебя? У тебя маршмелло для слайма, а у меня клей оранжевый. Как морковка. У меня морковка, в общем. Так, вот было бы мне хорошо еще ножницы заиметь. И они у меня есть. А что такое, Патрисия? Ты должна все это высыпать? Патрисия, ты перепутала. Мы не на столе сейчас делаем слайм. Это мы есть челлендж. Слайм в этих мысочках, в этих все прекрасных. Патрисия, посмотрите, какой Патрисия сделала балаган. Это Патрисечка всего лишь навсего маршмеллоу положила, как будто бы взрывчатку взорвала. Зато посмотрите, какая как красота. Как красиво. Вообще супер. Так, я заливаю свои цветочки. Бедные цветочки. Бедные цветочки. Но это морковка какая-то белая. Морковка белая? Я тебе открою секрет. Да. Она не белая. Видишь, цвет у нее такой неоднородный, потому что она уже давно лежит с какого-то челленджа и ждет своей участи. Представляешь? И таки она дождалась. И она дождалась, да. Это пришло к ней. И вот она пришла, весна называется. Теперь я выбираю. Давай. Твоя очередь, прошу. Что-то очень тяжеленькое. Тяжеленькое? Опа! Патрисии повезло. Клей. Так, он держи ножнички. Как-то у нас яйца валяются, так сказать.
Что я выберу? Я вот это розовенькое выберу. Люблю розовенькое. Мама, они спят. Яйца улегли спать? Да. Вау! Мне попался сиреневый глиттер клей. Я так давно его хотела уже. Он похож на твои цветочки. Да, кстати, есть что-то у них общее. Здорово, я считаю, что мне повезло. А у Патрисии получается красота. Вот давай сюда положим. Так, выдавливаю этот чудесный глиттер клей. Он действительно красивый. Он красивый. Мне не нравится. Он очень красивый. Он как наш фон. Как наш фон, да, у нас тоже такой сиреневый. Только без блесточек. Теперь мамина очередь. Да? Ну вот оно как-то одиноко так стоит посередине, я его и возьму. А ну-ка. Патрис, ты умеешь жонглировать яйцами? Ух ты, шка. Давай попробуем. Ну уже поздно, ты уже открыла. Да. Не закрывается. Вау! Что-то маме меня сегодня везет. Теперь зеленый глиттер клей. Но он сюда вообще не в тему. Зачем? Зачем? Что это такое? Все высыпать. Конечно. Что ты зачем? Что за такой? Патрисия наконец-то стала придерживаться правил. Не прошло и года. Осторожно, только не рассыпай повсюду, как ты любишь это делать. Вау, как красиво! У тебя прям сказочный какой-то рай цветной. Они прилепились к скотчу. Ну, то, что прилепилось, уже оставь. Ну что ж, придется мне все-таки, хочешь не хочешь, этот зеленый глиттер тоже. Ну, к цветочкам, кстати, зеленый подойдет. Такие как будто лепесточки. Лепесточки, цветочки. И стебелечки. Теперь твоя очередь. А все яйца почему-то с моей стороны остались. Нет, еще одну. Так, осталось еще 4 яйца, и Патрисия выбрала, сделала выбор. В пользу. Это пенопласт. Это пенопласт, который такой... Как пластилин. Да, с него можно лепить. Моделированный пенопласт, как он на русском называется. Я зависла на своем зеленом глиттер-клее. Помогите. Вау, какой мягкий. У тебя будет кранч. Да. Но я не хочу. Я вот столько еще тут. Так, а я же свой выбор еще не сделала. Вот это яйцо, оно прямо, посмотрите, повернулось в мою сторону. И оно прям говорит: выбери меня, выбери меня. И, пожалуйста, я его выбираю. Что-то легенькое здесь. О, и тебе тоже выпало. Вот мне это такое, да, же выпало. Ну что ж. Давайте посмотрим, что у Патрисии происходит в миске. Мама, нужно его спросить, ты что, все будешь добавлять? Ну, у меня-то нету пенопласта. Смотри, его нужно вот так. А ну-ка, что я снимаю? Ой, он такой липкий. Патрисия, ты занимаешься своим процессом. Ну, я уже вся закончила. Вау, вы знаете, у меня все цвета радуги в одной мысочке. Мисочки. Я уже все закончила. Пожалуйста, и синий, и зеленый, и фиолетовый, и оранжевый, и прозрачненький, и розовенький. Ну, в общем, прелесть. Слушайте, вау, много пенопластика. Ну что ж, надеюсь, не выбирать, что все будет хорошо. Да, Патрисия. А выбор-то невелик, осталось 2 яичка последних. Патрисия! Ты помнишь, что он делает с мамой? Это и было наше тухлое яйцо, серая краска такая вот, крем-краска, но она серая. Он толстый слайм, помнишь? Но в конце концов нормально потом было, не переживай. Ну, будем считать, что это наше тухлое яйцо, это серенькая крем-краска. Что, а что же у меня? Ну да, или ты хочешь чуть-чуть? Что значит ты хочешь чуть-чуть, папа? Я не все понял, выливай. Что это за такие штуки? Что это за проделки, да? Опа, опа, у меня опять глиттер клей. На этот раз голубой. Да, у тебя получилась такая жесткая смесь. Зеленая краска. Да, у меня. О, у меня как асфальт. А у тебя, смотри, маршмелло тоже серенькое чуть-чуть. Да. В общем, у тебя будет такой сероватый оттенок у слайма, скорее всего. Вот мне очень интересно, какой оттенок у меня получится со всем этим буйством цвета. Непонятно. Вау, вот этот глиттер-клей, он очень красивый.
люблю этот голубой цвет. Мы все выдавили. Вся красота у нас уже внутри. Все готово для шикарного слайма. Божешка. Что, ну у тебя как желе дрожит точно. А у меня тоже. Вау, мама. Вау, внизу вообще супер-пупер. Супер-пупер-дупер. Ну что, начинаем? Давай что, мы уже размешиваем? А что еще делать? Ну, давай пару часиков посидим, побалдеем, посмотрим, что будет. Начинаешь? Жалко, да? А у меня еще такая желтая лопаточка, я буду серым в нее перемешивать. Точно. Ну, ты ее выбрал. Но ты же знаешь, что слайм потом отдирается хорошо, когда он уже с активатором. Так, ну все. Вот этот пенопласт, который такой модельный, с которого можно лепить, я на самом деле еще ни разу не добавляла. Нет. Казалось бы уже, ну что мы уже не добавляли в слаймы, все добавляли. А вот смотри, хотя этот пенопласт у нас уже давно лежит дома, но мы его никак не добавляли. Нет, мне кажется, не доходила очередь до него. Нет, вот. Мне кажется, мы как-то добавляли. Вот такой липкий? Да. Что-то я не помню такого. Мне кажется, да. Не-не-не. Когда мы только начинаем слайм. Оранжевый красиво очень получилось. Я уже все размешала, ты еще только начала. Ну, я наблюдаю за красками, как они переливаются. У меня серо-розовый оттенок. Ну, у меня сейчас тоже будет серый оттенок, мне кажется, потому что вот этот зеленый глиттер, он обычно портит все. Когда попадает с другими цветами, то он дает немного серый оттенок. Ну что ж, опа. Ничего, то, что получилось. Ой, у тебя действительно такое серое все получилось. Совсем серое. У меня асфальт, серое. Я говорю, у меня асфальт. Мокрый асфальт. Ну, чуть-чуть розовенький. Вот эти цветочки, глиттер цветочки, очень красиво плавают в этой кашице. Все это мы сейчас минут 10 хорошенько будем вымешивать. Мама, минут 10 ты, конечно, для преувеличила. Вас, для вас это пройдет как минутка. Намного больше, мне кажется, у нас. Минут 15, 20? 20 где-то. Ну, так. Ребята, для вас это возьмет всего лишь секунду. Поэтому знаете, что за эту секунду мы успели сделать очень много дел. Например, вымесить слайм целый. Так что давайте задействуем наше волшебство на раз, два, три. Раз, два, три! Опа! Опа! А вот и наши слаймики. У Патрисы получился, по-моему, шикарный цвет. Он хоть и серый, но он отдает какой-то розовинкой, немного розовым. В общем, очень нежный. Он кофейный. Не, он не кофейный. Он серый, но очень-очень нежный. Слайм у него вообще текстура классная. Что же получилось у меня в конце концов? У меня получился все-таки не серый, а оранжевый цвет. Оранжево-грязный. Оранжево-грязный. Здесь блесток неимоверное количество разных цветов. Но вот эти вот пенопласт, вот этот модельный, это просто беда. Посмотрите, что он со мной сделал. Я его пытаюсь убрать, а он все больше ко мне прилипает. Это просто невероятно. Это мне качество очень не нравится. Я очень пожалела, что я добавила весь этот кусочек этого пенопласта. Он забил мне весь слайм. В общем... Билибурда, билибурдень. В общем, классный у меня получился слайм. Патрисия, что ты можешь сказать по поводу... А давайте посмотрим, у кого резину. Давайте. Я кидаю первый. Давай. Так, у Патрисии вовсе он не резиновый, мама. У мамы он резиновый. Он не резиновый, он пенопластовый. То есть у меня получился пенопластовый слайм. Что мне с ним сделать? Хоть съешь. А ну-ка. А теперь попробуйте сделать пузыри. Посмотрим, что получится. Мне это легко дается. О, хвастунишечка ты. Вау. Что это за бабл такой? Я же говорила, мне это легко дают. Короче, у меня не получатся такие пузыри. Он у меня вообще, не знаю, он как-то меня подвел в этот раз. Он рвется, эти пенопластовые шарики прилипают и куда-то летят. В общем, такой слаймик. Но ничего, он у меня зато делает клики хорошие. А у меня все делает хорошо.
А ну сделай клики. Тихо, тихо, тихо. А ну-ка, ну-ка. Еще клики. Классный, классный, ну вообще. Что-то есть, видно, видимо, это гордость от своего слайма в голову ударила. И вот так. Ну что ж, ребята, на этом все. Я надеюсь, вам понравились наши слаймики. Не знаю, чей больше. Ну, знаю, конечно. Ну, да ладно. На этом все. Подписывайтесь обязательно, если вы не успели подписаться. Посмотрите на мои шикарные руки в пенопласте. Я притягиваю к себе пенопласт и примагничиваю. На этом все. Всем пока, Патрисия. Пока. Мы вас любим.